Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 5. Выполни действие. Сначала мы выполняем действие в скобке, то есть к 69 прибавляем 85. 9 плюс 5 будет 14. Мы пишем 4, 1 переходит в следующий разряд. 1 плюс 6 будет 7. 7 прибавить 8 будет 15. Теперь 154 мы будем умножать на 27. Сначала умножаем единицы. 7 умножить на 4 – это 28. 8 пишем, 2 запоминаем. 7 на 5 будет 35. Прибавляем 2, получаем 37. Пишем 7, а 3 запоминаем. 7 умножить на 1 будет 7. Прибавим 3, получим 10. У нас получилось 1078 единиц. Умножаем десятки. Результат будем записывать под десятками, то есть со сдвигом на один разряд влево. 2 умножить на 4 – 8. 2 умножить на 5 – 10. 0 пишем, 1 в уме. 2 умножить на 1 будет 2. И еще 1 в уме – это 3. У нас получилось 308 десятков, или 3080 единиц. Складываем. 8. 7 плюс 8 будет 15. 5 пишем, переходит 1 в следующий разряд. 0. Прибавить 0. И прибавить 1 будет 1. А 1 прибавить 3 будет 4. 4158 – значение нашей левой части выражения. Находим значение правой части выражения. Для этого 836 делим на 19. 83 десятка разделить на 19 берем по 4. 9 на 4 – 36, 6 пишем, а 3 в уме. И 4 на 1 – это 4, и плюс 3 будет 7. 83 отнимем 76, получим 7 в остатке. 76 разделим на 19, берем по 4. Ответ 44. Теперь от 4158 мы отнимем 44. 8 минус 4 будет 4, а 5 минус 4 будет 1. У нас получилось 4114. Второе выражение. 3 умножим на 165. 3 умножить на 5 – это 15. 5 пишем, 1 в уме. 3 на 6 – 18. Плюс 1 – 19. 9 пишем, 1 в уме. 3 умножаем на 1 – будет 3. И добавляем 1 в уме. Это 4. У нас получилось 495. Прибавим это значение к 6405. 5 плюс 5 будет 10. 0 пишем, 1 в следующий разряд. 0 плюс 1 – и плюс 9 – это 10. 0 пишем, 1 – следующий разряд. 4 прибавляем 4 и прибавляем 1 – будет 9. А 6 сносим. 6900. Данное значение разделим на 100. Уберем по 2 нуля в делимом и делителе. И 69 разделим на 1. Будет 69. Теперь 69 разделим на 23. При разделении двузначного на двузначное получаем однозначное. У нас получилось 3. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.